спасибо, что согласились помочь донести игрушку. Чё она у тебя такая тяжелая-то, а? Там аккумулятор здоровый. Это же наша рождественская модель. Ваш билетик? У нас нет билета. Так вышло. Вызываем полицию. Так, ну зачем полицию-то? Полицию-то зачем? Ё-моё! Ай! Больно же! Девочка, иди отсюда! А ты сейчас как... А то что? Я вообще стоял здесь спокойно. Потом подошла она, начала плакать. Потом подошли вы, начали наезжать на меня. И что теперь? Мы еще и виноваты? То, что ты предлагаешь на китайской бирже, вообще не работает. Да верну я ваши деньги. Для меня такая сумма вообще не проблема. Не догонишь! Держи его! Не знаю. Мне не нравится твоя затея вся эта. Тебе точно 9 лет? Паспорт давай. Поехали за ними. Сейчас критический момент. И по идее, именно сейчас все должно сработать. Это понятно? Вот из Москвы по факту пришло. Ну вы так-то не смотрите. Это я сейчас пандой работаю, а так-то я бизнесмен. Куда вас? Нам до Сочи. Я представляю лицо хозяина судна, когда он завтра увидит, что его нет. Какой Орешкин? Какая панда? Какая железная дорога? Да ты... Как ты? Что? Все, мелкий, ты достал меня! За 10 штук баксов я мог Бэтмена нанять. А мне попался нытик и неудачник, который еще и в лотерею верит. В отличие от вас, Артем Николаевич, я думаю на шаг вперед. Я сейчас. Миша лох. Что? Это другой Миша. Thank you.